невозможно для экономического роста. В экономике должен быть доступный кредит. Должны быть... Экономика демонетизирована. Нужно найти способы монетизации. Если для этого надо ввести мягкий валютный контроль, значит, его необходимо. Разговаривать даже об этом нечего. Значит, необходим мягкий валютный контроль. Мягкий. Мягкий. Мягче, чем в Китае. На самом деле, гораздо мягче. Юань скоро станет в этом году, вот в следующем году, юань станет резервной валютой. Уже при этом Китай сохраняет валютный контроль. Никого это не беспокоит. Мне это напоминает Бориса Николаевича Ельцина, который в нетрезвом виде учил...